Вот тоже анекдот вспомнил. Были на гастролях в Лазаревском. И вот наш товарищ Игорь мне рассказал. Короче, два мужика, два друга ушли на рыбалку. Вот. А их жены сидят, скучали. Слушай, что делать-то будем? Одна к другой. Пойдем на ипподром. Ну, сказано, сделано. Вот они приходят на ипподром. Одна другой говорит: слушай, а ты знаешь, здесь как что вообще происходит? Она говорит: да откуда, я здесь сроду не была. Говорит: а как ставить-то будем? Она говорит: да давай, говорит, по-простому. Говорит: у тебя, говорит, груди какого размера? Она говорит: у меня четверка, а у меня, говорит, трёрка. Давай, говорит, на семерку поставим. Седьмая лошадь пришла первая. Подруги едут домой, на веселе полная корзина огурцов. А мужья там пришли, два пескаря поймали какие-то. Вот там девчонки их не приехали. И давай над ними стебаться. Ну и вот, проходит неделя. Один другому говорит: ну что, говорит, давай, поехали на рыбалку, уже надо, говорит, как-то лаверды сделать. Другому говорит: да поехали на ипподром. Говорит, вот они приезжают на ипподром. Один другому говорит: ну что, Колян, как ставить-то будем? Он говорит: ты знаешь, говорит, что? Да откуда это, что? Да откуда, я здесь сроду никогда не был. Да, он говорит, да. Говорит: слушай, давай, как наши жены. Он говорит: давай, говорит, ты сколько палок за ночь бросаешь? Он говорит: я, говорит, 7. А я, говорит, 5, давай на 12. Вот они ставят на 12. А пришла лошадь под номером 2. Один другому говорит: слышишь, говорит, дружище, вот если мы друг другу не гнали бы, сейчас бы уже, говорит, бабло делили. Ha, 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 ha.